Антоша, пора спать. Вот сейчас умоемся, переоденемся и спать. Дорогой внук, скоро тебе исполнится 7 лет, и ты станешь совсем взрослым. И это письмо – это мое напутствие тебе перед тем, как ты уйдешь во взрослую жизнь. Представь, что в мире есть волшебник, который каждый день дает тебе 86 400 рублей. Прямо в прихожей утром лежит конверт с картой. Просто так, ни за что. Здорово же. Но есть хитрое условие. Все деньги ты должен потратить за один день. Если не успеешь, все, что у тебя останется, волшебник заберет ночью. Как думаешь, что бы ты делал с такими деньжищами? Ну, наверное, сначала купил бы себе все, о чем ты мечтаешь. Игрушки, во-первых, приставку, конструктор. Но однажды ты бы понял, тратить 86 400 рублей в день только на себя, ну, это невозможно. И тогда, я абсолютно в этом уверена, ты бы попытался сделать счастливыми своих близких людей. Ты думаешь, что это сказка для малышей? Нет, такой волшебник на самом деле существует. Это жизнь, которая дает нам время. Каждое утро ты просто так, ни за что, получаешь 86 400 секунд жизни. А все секунды, которые ты за день не потратил, они ночью пропадают. Волшебство повторяется снова и снова. Все люди на Земле получают свои 86 400 секунд. Точно так же, как и с деньгами, ты можешь решить, на что тратить секунды. Впустую, на себя или на тех людей, которых ты любишь. Вот этот выбор очень важен. Так как волшебник может перестать выдавать секунды в любой момент. И тогда жизнь остановится. Поэтому иногда нужно остановиться и подумать, на что мы тратим наши 86 400 секунд каждый день. Наша цель – сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на самое важное. Ваш Сбербанк.